Ну, тяжелая игра. Кость-кость. Хорошо забили два гола. Выставили хорошее меньшинство в третьем периоде и одержали победу. It was a hard start for us. They played really good for first 4 minutes. Then we got into the game and played really well. There were chances to win the game, to break them. But they start to give us the pressure in the third period. And then we have a hard time, but we make it. I'm really happy that we won this game. Ну, конечно, очень обрадовался там. Честно, не помню, какие эмоции у меня уже были, просто начали обниматься с пацанами и поехали. Ну, я сразу, когда давал пас на Демера, сразу понял, что у меня есть хорошая скорость и нужно бежать на ворота, разрезать. И я думаю, это было верное решение. Really good PPs, but we play good, we kill them, and I think that's that was dangerous, of course, but we played with heart and we blocked shots very well and play hard. Супер, прервали серию поражений. Ну, я думаю, что мы все заслужили эту победу. Все молодчики, хорошо провести надо выходной и готовиться на выезд. I think that he played really good. He's still young gun, young boy, but he played like experienced guy. And I think that he will keep it. There's a good chance to be in the team, be in the lineup in every game. I really like his game. Он very dangerous in the practice too. Очень большой вклад, очень много меньшинства, повторюсь, и классно выстояли. Очень много бросков ловили на себя, и также Патрик хорошо подтащил нас, и очень большая заслуга его в этой победе.